Добрый вечер. Добро пожаловать ко мне на кухню. Я только что вернулся с работы, и по пути домой я заехал в магазин. И что я увидел? Что в магазине появились первые мидии, которые я иногда употребляю в пищу. Наверное, многие из вас даже не знают, как их готовить, и поэтому я считаю своим долгом рассказать, как это делается. Мидии варятся живыми, поэтому для тех, кому это неприемлемо смотреть, то лучше не смотреть это видео. Приступим. Для приготовления мидий мне понадобятся сами мидии. Я в общей сложности взял 2 килограмма. Это порция примерно для одного, ну скажем так, симпатичного мужчины, как я. От 2 до 3 килограмм. Раньше я съедал спокойно 3, но сейчас здоровье уже не то. Но 2 килограмма я пока еще осиливаю. Для того, чтобы приготовить мидии, нам понадобится бульон. Для бульона у меня... В холодильнике нашлись следующие продукты. Лук порей, пару морковин, листья и стебли сельдерея. Ну и от самого корнеплода кожура, которую можно прекрасно использовать в соусы или в бульоны. В данном случае мы используем бульон. Также нам понадобятся типично рыбные пряности. Это лавровый лист, это анис, это перец горошек, белый или черный, разницы не играет. Пару гвоздичек, действительно пару, не больше. И можжевеловые ягоды, которые нужно будет предварительно размять. Я порежу свои овощи на небольшие кубики. Этого я снимать на видео не буду. То есть ничего сложного нету. А дальше я все покажу. Но прежде чем мы приступим готовить, сначала промоем мидии. В проточной воде, чтобы смыть остатки песка. При промывании мидий, если вы заметили, что какие-то мидии у вас плавают наверху, то обязательно их удалите во избежание отравления. Возможно, они уже просто не свежие. Можете заранее поставить чайник с водой, чтобы была кипяченая вода. Добавляем в кастрюлю немного масла. Это не обязательно должно быть оливковое. Но ни в коем случае не сливочное. Оно сюда не идет. Сразу добавляю наши специи. И немножко их обжариваю. Чтобы они под жаром масла раскрылись. Появится такой легкий запах, как будто вы находитесь в бане. Добавляю наши овощи. И немного белого вина. Алкоголь нам не нужен, поэтому мы его выпариваем. Я потушил овощи примерно 5 минут. Чайник у меня уже вскипел, я сразу добавляю воду. Объем моего чайника 1,5 литра, но мне для приготовления 2 килограммов мидии его будет мало, поэтому я сразу же ставлю следующий полный чайник. Я присаливаю свой бульон и даю ему покипеть под закрытой крышкой примерно 15 минут. Вода при этом не должна сильно кипеть, это не обязательно. Печеной воды из чайника я долил. Еще раз просаливаю свой бульон. На всякий случай, у меня вода в чайнике еще горячая есть. То есть я еще один чайник закипятил, это на всякий случай. Теперь еще раз повторяю. Те, кому неприятно смотреть, как я буду варить миди, пожалуйста, не смотрите. Вода должна у нас сейчас хорошо кипеть, чтобы миди даже и не поняли, что с ними случилось. Даем нашему бульону закипеть. На моей плите из 9 возможных сейчас на данный момент включен режим на 6. Это, в принципе, очень сильный режим, примерно, ну скажем так, где-то 200 градусов температура. Ну вот, мой бульон закипел. Теперь я убавляю температуру. Даже не убавляю, я ее выключаю. Я выключаю, накрываю крышкой и дам буквально еще 3 минутки
покипеть. Этой остаточного жара мне хватит, чтобы довести их до готовности. Мидии приготовились. Как вы видите, они уже все раскрылись. Это говорит о том, что они готовы. Взяв небольшую порцию, остальные мидии также накрываем крышкой и оставляем. То есть их нужно употреблять в пищу постепенно. Пусть они находятся в рассоле. Чем больше они находятся там, тем вкуснее они будут. Дайте мидиям немножко подостыть, иначе вы обожжете себе пальцы. Как употребляю в пищу их я? Вот это место, я его просто-напросто обрываю. То есть здесь, смотрите, здесь находится кишечник и часть песка и прочее, и прочее. Многие люди едят вместе с этим. Я нет, я не могу. Просто мне неприятен сам тот факт, что песок скрипит у меня на зубах. Все, остальное все съедобно. Раскрываете. Лишнее убираете. Все, готово. Ну, скажу так, мидии это не пища не для ленивых. Тут нужно, не торопясь, с расстановкой, чтобы они доставляли действительно удовольствие. Из моей семьи мидии ем только я один, остальные не любят. Ну, бывает еще дочка присоседится, но она буквально вот тарелочку и все. Если вам понравилось это видео, делитесь им дальше со своими друзьями. Если нет, пишите в комментариях, что конкретно не понравилось. А я буду в дальнейшем стараться радовать вас своими новыми рецептами, новыми идеями. И больше чем уверен, что что-то вам все равно понравится. На сегодня я заканчиваю. Желаю всем приятного вечера. До новых встреч.